Ну чё там, нормальный интернет-то? Дубль 2. Ну-ка быстро отписали. Хреновый интернет, хороший интернет. Яна Найхарне живу. Покатит. Покатит, главное, слышно меня. Ну чё, с другие, ещё с дурацкие вопросы у вас можете задать. Хотите, покажу, что я купил в магазине? Даже не знаю, что, можно ли вам там что-то показывать. Инет говно. Хала, показывай. Ну, давайте покажу, раз вы собрались тут. Оп. Я, если честно, даже не знаю. Сейчас я там по-любому что-нибудь запалюсь хреново. Так, что у нас тут? Это молоко. Молоко маложирное. Нулевка вроде бы. Это редис. Вот такая редиска, блин. Короче, можно экономить на фалоимитаторах, если будем развлекаться с кем-то. Это я выпил, пока шел. 0 калорий. О, это что такое? Что это такое? Это не мое. Так. Это что у нас такое? Какой-то соус купил недорогой, острый. Люблю соус острый. О, что еще тут у нас есть? Ягуар. Ягуар кто-то увидел там. Короче, не было курицы, взял свинину. Буду завтра есть свинину. Свинину поешь и все. Вот такой наборчик. Получается примерно 50 рублей. Маленькие кукурузки такие вкусные и спаржа. Очень вкусно. Еще купил попробовать соевую. Что это я купил? Соевые бобы. Сколько у них белка получается? Оп. Белка у нас не видно. Сейчас я вам скажу. Так, белка получай калории 400, белка 34, жира 18, углей 26. Попробуем, приготовим. Посмотрим, как она. Вкусненькая. Такой пивас пил? Мне кажется, не пил. Так что попробуем. Попробуем, чем раздует, так раздует, чем не раздует, будет нормально. Будем есть. Мне нравится продукт, который съел и забыл о еде. Такие как говядина, такие как чечевица. Правда, я, если честно, ее вообще давненько не ел. Велик у меня дома стоит. Бложек должен был быть вчера, но... Ой, сегодня должен выйти был, да, вчера, но не вышел. Завтра выйдет. Не загрузился. Сбой. Такие дела. Обзорчики. Обзорчики на что? Новости, когда я пишу. Сейчас хочу сделать новости, хочу сделать пару обзоров на парочку людей. Полить говном их. Я же могу. Кто мне запретит? Салам. Сам обрезаю. Майки сам делаю. Хедмейд. Хедмейд за 1000 рублей буду продавать. Бизнес. Серега бизнесмен. Буду майки продавать со своим каким-нибудь лейблом. Жир, это же некрасиво, напишу. Сам. Ну да, я ж про водяных говорил, не про себя. Ну, что по-вашему, если я выпью 0,33 пива, я буду алкашом на 112 килограмм.
как вы считаете? Это добавит алкоголя. Это все равно в пересчете сейчас посчитай, сколько. Дядя Сережа тупой качок, он сейчас посчитает. Это 5% пиво. Скорее всего, 5%. Наверное. Да, 5, ровно 5%. Получается 5% 0,33. 10, 150 примерно. 20, 75. Ой, 20, да, 75. Это примерно как 30, 30 миллилитров водочки я бы выпил. Это стопка. Как думаете, нормально выпить стопку за день на 112 килограмм? Мне кажется, если бы я какой-нибудь настойки выпил, то я Серег красавчик, молодец. Молодец. Гошан, кстати, тоже он подрезал майку, но по своему методу как-то хреново у него вышло. Короче, я не одобрил. Не вышло у него сделать, как у дяди Сережи. От одного пива вырастут сиськи бабские. Вот банка. Вот башка, вот банка. Башка здоровее. Ты молодец. Мы можем с тобой открыть производство обрезанных маек и продавать их. Лет 20, наверное. Если бы знал, что чем грозит фармакология, не фармил бы. Занимался бы в натураху. Гашан уехал где-то на вилле там на какой-то, на другом конце острова. Что про Живухина говорить? Не знаю, что-то он негативит в последнее время. Какой-то он очень негативный, как один товарищ, знаменитая фитнес-рожа сказал, что он не плачущий бодибилдер, а ноющий бодибилдер. Вечно, вечно он ноет, что вечно что-то не так. А дядя Серега вечно угорает, что все у него хорошо. Да, мне кажется, когда и бабки были, то же самое. То же самое было. Не знаю. Гормоны, может, женские подбросились. Может, проблемы какие. Гошан ничем не зарабатывает, мне кажется. Не знаю, он вечно мелочь какую-то тырит с этого. С тарелочки. На тарелочку вечно мелочь кидает. А потом хоп, ее нет. Хоп, ее нет. И, короче, на это, наверное, и живет. Такие дела. Возьми лучше курицы. Мокшина вживую не знаю. Да я не... Я не грустный. Я просто такой спокойный. Сегодня я спокойный. То есть не дурачок. Спокойный, размеренный. Общаюсь с вами. Я же могу и таким тоже быть. Ага, медиальные головки бедра. Серьезно, что? У меня нет массы никакой. Я просто жру и отжираюсь. И все. Из-за этого, блин, набираю лишнего. У меня есть только сушки. Про Долгина я говорил в видео уже в своем ответ на вопрос в Китае, когда я был там. Два видео у меня есть. Про Настю, ну, не так часто спрашивают, но спрашивают. Всем же интересно, что у нас с Настей. У нас же там любовь была. На видео. Какая-то. Мы с ней переписываемся. Она мне рассказывает. Она болеет, кстати. Так что пишите, чтобы она выздоравливала.
Такие пироги с котятами. Че еще спросите? Лайки ставьте мне больше. У меня уже 50 миллионов лайков. Зачем они мне? Кто-то накрутил меня 49 миллионов лайков. Не знаю даже. Не знаю. Еще поработаю, наверное, чуть-чуть. И можешь спать лягу. Я просто спал вечером. Встал 12 часов. Оператор хороший, хороший. Димон хороший чувак. Склон. Такие хреновые. Подзаплывшие чуть-чуть. Килограмм 90 с чем-то я весил до первых курсов, наверное. Про Дубинина, что про Дубинина сказать? Качок из 90-х. Вот и все, наверное. Такой твердолобый какой-то. Домой, так что имеешь в виду? Когда приеду домой? Весной, если ты спрашиваешь про Россию, матушку. О, блин, 500 раз уже говорил. Примбалан, 200 миллиграмм. Прощение всегда не может быть особо веселым. А вот такие дела. Такие дела. Из Ростова. Как там в Ростове? Печаль, тепло. По поводу ревности, если честно, у меня особо практически никогда не было ревности, потому что что-то. Даже не знаю, в девочках я уверен своих был. Но я такой человек, как сказать, очень, очень добропорядочный. Ревновал бы тебя? Ну, скорее всего бы да, наверное, немного. Но мне кажется, отношения, они строятся на доверии. Если доверия нет, то появляется такая... Много и много ревности, которая, конечно, может потом куда-то все это в болото в какой-нибудь затянуть. То есть я вообще, у меня никогда не было особого желания. То есть желание-то оно может и есть, но у меня никогда не совесть не позволяла пойти и изменить девушке. Наверное, потому что я не повернут на сексе. Такие дела. Такие дела. Привет, Китай. Блин, в Китай очень хочу приехать потом как-нибудь. Тан-тан-тан. Ну да, что-то сегодня смотрел новости на BBC вроде в зале. Там была Турция, там какая-то жесть творится в Турции. Я, если честно, новости вообще никогда не смотрю. Такие, блин, пироги. Из астероидов что? Повернутость на сексе? Не знаю, никогда особо не было. Мне кажется. То есть была девушка, там, к примеру, занимались сексом там 2-3 раза в день. Нормально. Не занимались там неделю, нормально. И все. С девочками никогда не дрался, мне кажется. Даже в свою суровую бухарскую жизнь я не дрался с девушками. Ой, но с тобой опасно драться. Ты же большая. Еще как ударишь. Сильно. Я тут общался с такой 70-килограммовой муай-тайкой. Там аккуратно надо с ней общаться. А то, блин, как лоу-кик пропишет в ногу. Вот. Ну, такая веселая очень девочка была. Спасибо большое, Светочка. Спасибо.
Там я весельчак, а тут я не весельчак. Так, Дмитрия что-то пропустил. Я почти тоже 70. Там была немножко другая масса тела. Там больше, конечно, преобладала жировая ткань. Но как она пашет там по три тренировки в день. Девочки вообще такие выносливые, блин, машины. С этими кроссфитами. У меня же петухи начали петь, блин. Хотя они порой в 2 часа начинают петь. Такие. О, блин, ничего себе. Спасибо, Дарик. Ты там не это самое, не винса, что ли, подпила? Что ты меня на такие раздушевные вопросы решила позадать. Да, я видел ссылки, я сорил, спасибо большое за видео. Они, правда, у меня очень глючили, но я посмотрел кусочки. Блин, походу, надо зарезать и пойти его. Меня тут спрашивали, мог бы ли я петуха взять, убить и потрошить и сожрать. Мне кажется, нет. Да я бы не сказал, что тупые. Всем интересны такие вопросы, на самом деле. А какой-то личных качествах. Их же никто не знает. Каких-то своих опытах. Ты заткнись ты уже. Походу, это мой самый главный хейтер сегодня. Че еще, че еще? Че еще? Не хочу работать, хочу с вами сидеть. Как ты относишься к повернутым на сексе? Даже не знаю. У меня была в своем опыте одна такая, даже не знаю, как это назвать, извращенкой, что ли. Но было, блин, тяжело, я тебе скажу, что это было просто тренировки. Такие. А не какое-то там удовольствие, потому что вот в таком режиме вечно, блин. А я тогда тоже весил 110, что-то такое. Просто всего как будто из ведра выливает. Так что, ну, тогда было тяжело. Потом у нее оказался муж. Потом муж приехал домой. Там, короче, такая была веселая история. Девочка, кстати, работала тоже в секс-чате. Как и я. 1,90 м. Ой, 1,80 м. Блондинка такая. Вот такие дела. То есть вот такое было у меня кардио, блин. Суровое. Они хотели меня развести на съемку. Видеосъемку. Такую домашнюю. Короче, блин, не знаю, что там. Что там у них за семейка такая. Но я оттуда слился. С этого опыта. Но вот у меня был такой опыт. Даже не знаю. Такие дела. А так, хер знает. На курсе, наверное, тянет больше на секс. Когда курса нет, меньше. А вот, ну пока вроде все работает. Либидо. А так. Так секс вообще, наверное, не знаю. Может, я его не впер, не одуплил. Вот. Так что такие дела. Наверное, что-то мне последние года складывается, что, наверное, все-таки я не сильно извращен в нем. Что я такой более такой семейный неинтересный. Так что такие дела. Не, ну что, вопрос задают, я рассказываю о нем. Почему не дотрах? Так что, может быть, и поэтому, скорее всего, у меня и нет тяги к изменам. Вот. Такие дела. А ты где в Китае живешь, кстати?
Просто не знаю, куда ехать в Китай. Фильмы, чтобы сниматься. Китайские. И выступать. Да я на самом деле вообще никогда не лечу. Я говорю, как есть. То есть говорю просто как есть. Что есть в голове, не вру. Шэньчжэнь. Русских спортсменов красавчиками. Ты имеешь в виду в плане внешности? Ну, это, наверное, какие-нибудь физики все. Или классики. Дима Иванов мне нравится, когда выступал в классике. Кто еще? Кто еще? Ну, чисто внешние данные. Потом, кто еще может быть? Давидчик, который с ЕСом связался там и пошел по какой-то этой волне. Кто еще? Давидчик. Ромчик ничего, Ходоров выходит на снимках. Вот. Кто еще? Кто еще? Из русских-то, блин. Чтоб, блин, ну, чтоб еще на лицо так нормально выходил. Даже не знаю. Ты ждешь, наверное, Игорян, что я назову. Который физикчик. Даже не знаю. Блин, даже не знаю. Какие-то есть физики такие, я, наверное, просто их не вспомню. Но вот эти что-то вспомнились мне сразу. Гусь, наверное, все-таки не образ физика. В плане, если брать там модельную рожу, вот прям такую, что все такие дела. Прям чтоб такой, ах, физик. Мальчик-красавчик. Просто в моем понимании физик это еще смазливая красивая рожа. Все, не знаю. Не знаю, кто еще. Но Миронов, если честно, мне кажется, тоже хорошо образ с рожей сходит, из фигуры. Так что Миронова я бы тоже поставил в этот топ физиковский. Серега, блин, этот самый. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, с волосами, естественно, с такими. С причесочкой, с такой красивой, со скулами. Такие дела, такие дела. Не знаю, может, кого-то забыл? Кого вы считаете красивым образом накачанным? С короной на башке? Зови девочек с короной на башке. Это что, имеешь в виду? Которые красивые девочки? Из бикини? Или кто? Или не из бикини, вообще из спорта? Или с короной зажратые? Усманова тогда пусть будет с короной. Усманов с короной. Даже не знаю, кто. И кого из бикини выделить? Королева Виктория. Не знаю такого. Скирия. Не знаю, Скирия сейчас выглядит, блин, не особо. Огромные ножища, жопа какая-то там. Не знаю, что он с ней сделал, засинтолило, может, ее. То есть как-то, ну, мне кажется, уже очень много ее. Ну, то есть именно с ляхами. Жоп-то много не бывает, а вот ляхи уже там уже чуть такая другая история. Из бикини мне нравится девочка, блондинка, я не помню какая, Юлия вроде, которая выиграла свою категорию в юниорках, и она не стала абсолютной, а вытянули другую девочку, которая не тянула на абсолютку. Ушакова. Не знаю. Не знаю. Самигуллин последние фотки ее постит все время. Такая улыбчивая. Очень красивая улыбка у девочки. Вообще все девочки улыбчивые, мне нравится. Лиана Мороз, мне кажется, нет. Нет, такая, как она, блин.
Не помню. Короче, я ее в новостях своих выставлял, что ее засудили. Сиськи, ой, сиськи или попы круче. Конечно, орех. Круче всего орех. Сиськи вообще может не быть. Самое главное это орех. Но это в моем понимании. Мне нравится орех. Мне нравится талия. Мне нравятся волосы. Улыбка мне нравится. Вот это топ, наверное, девочек. Какие? Переход в заднее бедро. Тоже такая красивая история. Переход ореха в талию, заднее бедро. Очень красиво. Ну да. Мозги. Мне нравится милота в девочках. Мне нравится... Что еще? Улыбочку я называл. Не знаю, веселые девочки мне нравятся. Такие. Но не такие ебанутые, как Гошан. Вот, но чтобы, наверное, что-то было такое. Не люблю стерв, если честно. Не перевариваю. Да и как-то они меня не особо вроде. Ну, пишут стихи, наверное, это просто один из маленьких факторов. Будем дружить. Больше мне нравятся брюнетки. Если честно, темненькие девочки нравятся. Темненькие импонируют. Темненькие восточные мне нравятся, красивые. Как наварская такие. Такие приятные девочки. Настя миленькая, да. Рыжие. Не знаю, рыжие тоже разные бывают. Бывают красивые девочки рыжие. Но не часто. Рыжие яркие. Мне нравятся яркие люди. Татуированные девочки мне нравятся. Такие все какие-то. Необычные. Мне нравится... Рыжие все твари. Это у тебя с прошлого опыта, с этого, с твоего. Как твоя соперница, что ли? Кочанова, или как она? Которая пышногрудая девочка, которая в СКА занимается. Я последний раз видел, кстати, с Гостюниным в зале. Не знаю, что у них там. Как так может говорить? Никогда не говори так. Зачем агрессию эту показывать? Надо улыбаться просто. Надо говорить, хорошая девочка, и так. Дмитрия Полякова. Если честно, я не помню всех по фамилиям. Сиськи уродские. Уродские сиськи. Но я не знаю, если сейчас не видел он, какие сиськи. Я не могу оценить их по 10-бальной шкале, уродские ли они или нет. Такие дела. Больше улыбаться, да? Хаянь, надо визу сделать в Китай, чтобы ехать в Китай. Привет, Пекин. Не ты ли эта подруга соревнований? Моя. Из славного города. Ой, Даша, не надо вести мне сиськи отдельно. Мне, в принципе, это не так сильно интересно. Может, даже никак. Ты мне на словах расскажешь. Клок рыжих волос. Такие, блин, дела.
Вообще весело тут у вас. Клок рыжей бороды вон. Это бородачи, кстати, у меня. Бородачи, привет. Как вы там, мерзнете? Хоть борода вам помогла тут в этот раз. Я советую перископ установил. Надо, короче, больше улыбаться. Когда улыбаюсь, у меня щеки появляются. У меня, кстати, борода еще растет. Бородачи, так что я с вами. А чё вы спите в куртках? Даш, что ты там, возбуждаешься, что ли? Мне кажется, я больше какую-то милоту создаю. Няшную такую. Просто образ у меня в данный момент не такой. Где сообщения? Сообщения закончились, я не знаю, что мне говорить. Батарейки не очень в клоповник. Я думал, вы нашли нормальное жилье какое-то. Байцепс. Могу показать для тебя. Черт. Давай, 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 давай. Не идет что-то. Сегодня не мое дело. О, хотите, скажу, сколько у меня времени сейчас? Вас кинули на что, на кату? Пачка просит петухов. Петухи что-то заткнулись. 4 часа утра, наверное, потому что. Предплечье. Вон у меня предплечье. Такая дура. Ну ладно, походу с вами надолго. Вегетарианство. Я на самом деле не делю питание на веганское, не веганское. Я больше такого научного подхода по микро-макронутриентам. Если есть хороший вариант белка из растительного, я бы перешел на вегетарианство вообще легко. И вам спасибо за то, что вы посмотрели. Живухин в эфир клянчит деньги. Зож, хуёж. Хороший пиват. Ну, что еще у вас интересно? Кстати, пивас не пил пару дней уже. Баночку даже. В 20-х числах у меня будет чуть-чуть больше вот такие волосы. Вот такие. Сейчас они мягенькие такие. До этого была щетина, сейчас они мягкие. Сейчас их приятно трогать. Они такие шелковистые. Как не знаю что. Но приятно, короче. Они кожу как будто мягче делают. Если долго гладить. Ао. Не, скинхедовское прошлое точно не моя тема. Просит деньги. У меня тоже было время, я просил деньги на поездку в Лондон. Мне, кстати, скидывали немножко денег. Хватило на билеты, и я сгонял в Лондон, выступил. В Лондоне очень дорого было. А сейчас там еще дороже. Сейчас, в принципе, я старый, могу позволить себе и сам на свои деньги. Я так зарабатываю. Немного, правда. Но да. Но есть деньги. Мне нравится трогать мою голову, потому что она моя. Чужую не особо люблю трогать голову. Смотря чью, правда. Вот. Хочешь потрогать мою голову? Лысую. Она будет уже другая совсем, по ощущениям. Тебе надо просто все этапы потрогать. Когда я был лысым, через 10 дней, еще через 10 дней, и еще через 10 дней. Так что на месяц приезжай. На месяц приезжай, будешь трогать голову мою.
Как-то двусмысленно звучало немного. Или может это я такой? Дурачок. Женским вниманием есть немного. Есть немного. Если был бы больше этот самый, более какой-то подлецовый я тип, то я бы нащелкал столько девочек. Не знаю, есть ли в этом какой-то смак. Так что мне что там не это самое, не импонирует такая тема. Конечно, пюру начал скатываться в говно и не стал платить по 1 000 000 рублей в месяц. Вот и все. Да уже девственность потеряна в 17 лет вроде бы. Или в 19, я уже забыл даже. В 17. 17 из домка уехал, 17 лет. Поздно, если честно. Мне казалось, что я, блин, вообще до такого дотянул. Что уже, блин, можно замуж, зажениться, блин, с девушкой, с которой я переспал. Кстати, первый мой секс, он был такой очень хреновый какой-то. И это был, наверное, единственный секс, который был из случайных связей, что потом я с ней не общался. Со всеми остальными я как-то так немножечко встречался.